качество, ага, слишком жидко. Понятно. Лена, скажите, какие вы цвета смешали? Черный, охра, крафлак. Крафлак? Где-то черный. Крафлак, где-то розовый. Низ черный, немного черного, охра и крафлак. Вверх в основном охра, черный, чуть-чуть добавлен розовый. Вот такая получается. Все с простым разбавителем. Да, с простым разбавителем, и получается мутата. Один угол такой темненький, а в остальных мерцающий цвет. Да. Так. Охра. Немножко розового. И пошло-поехало. Так, девочки, кто-нибудь хочет глянуть, как много сена нарисовать? Шесть сек. Да, шесть сек. Как рисовать сено за шесть сек? Фон у нас наполнен черным с охрой, то есть такой глуховатый, комнатный как бы цвет. Вот мы берем вот такую растопыру, сделали густую краску и понеслась. Прикольно? Ага. Вот. Ну и потом на проектор. Угу. Я его поднимаю сюда. Да, 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 хорошо. Да, даже может найти еще больше. Вот прямо, чтобы она оттуда свисала, падала, потому что она оформит задник. Его пустоту оформит. Классно, классно. Ой, класс, супер. Так, так. Хочешь более красный? Ну, конечно. В тени же. Ну, там оно и на картинке прям темное. Здесь посветлее. Так. Я вроде нормально подобрала. Могу еще вот такую взять. Грязная тряпочка есть? Да. Да. Она нужна вот так. То есть все, что я тут на этот. Так а что долго же ты это делал, если мы сейчас должны сначала тональное пятно набрать? А я же вроде выскребла. Выскребла, но выскребанности было недостаточно. Свет ставлю, ладно? Угу. Хорошо видно? Ага. Можно еще вот из сиреневого, я хотела с голубым. Наверное, правильно. Сена. Ага.
Ну, в такую меру. Угу. И уже от этого белого все остальные пятна пусть оттолкнутся. Свет оставить такой? Без разницы. Не мешает. Ну, по-моему, так лучше освещение. Волосы отдельно набрать, мордочку отдельно тонально. И, конечно, на черты не опирайся, потому что бессмысленно. Мы их уже будем в процессе потом находить. Угу. Да. Хорошо. Угу. Ну, когда я мордочкой чуть-чуть накидаю. Тонально не добрала. Ну да, там практически белый. Не рискнула. С коричневым, с розовым? Да, с красным, с розовым. Слишком седое цветовое решение. Белый дает рефлекс на надбровную.
На носик дает рефлекс белый. Верхнюю губу, наверное, немножко там тоже, да? Угу. Ну вот примерно такое в цвете. Игруля такая, да? Да. Угу. Такая прям сама как котенок этот. Да. Так, хорошо. Сейчас я вот этого кошака. Чудовище попробую сейчас накинуть. Тенечка падающая. Thank you.
свет из-под теневой. Мощное рыжее пятно, там недостаточно рыжее, оно усилит жизнь в цвете, в картине. Согласна? Угу. Дай общую. Угу. И черный, и красный, и коричневый. И коричневый. Я тут еще не слезу. Ничего. Свет. Ага. Я думаю, это мы стихийным сделать. Не. Может, потом еще немножко и мастихином, но сначала дать кашистости. А потом уже самые тоненькие веточки. Ага. Ты знаешь, хорошо вот этот свет пошел. Пусть колесо появится, а свет немножко это все притушит. То есть это не свет на плоскости, а свет в пространстве. Хорошо? То есть колесо там появится, но его будет чуть маскировать именно облако света. Угу. Это будет прикольно. Ну, знаешь, хорошо высветило там. Угу. Да, там очень удачно все. Лезвенькие, чуть-чуть лезвенькие. Это вот же детеныш кошачий. О-о-о.
Ну, любое какое-то. Шупыстенькое. Шерстяное. Шерстяное, дитя. Запомните вот эти вот, вы себе можете взять. Это вот два размера под рамниками немного. Рама есть, за породу. Как тебе удобно? Я, в принципе, вот на вот это. Зеленцы туда подсуну. По пальцам. Сейчас, сейчас, сейчас. Не мешаю? Нет. Могу чуть-чуть подвинуться еще. Цвет поменяй, да. Ну, тухловатенько. Угу. Жарено, вот что называется. Второй вроде попало, да? Да. Ну тоже чуть-чуть цветика. Еще не добавляла, Игорь. Я пока только это дала. Чуть-чуть акцент. Угу. Там, конечно, коричневые пальцы, конечно, но нас это не устраивает, поэтому я сейчас нагнетаю розовость. А зеленую я зря туда подсовывала, да, получается? Нет, не зря, но вкупе с коричневым, с жареным красным, все это потеряло смысл. Ты сейчас видишь последовательность вложения цвета, да? Ну, еще травинок, единственное, чуть-чуть поднакидала. Угу. Совсем немного. Не Ой, ну прям пальчики-пальчики получаются. Сначала краснинка. Угу. Разбеленная. Было тогда все так же. Я пыталась туда все впендюрить, их там 4 видно. Я впендюрил 4-й. Сейчас покажу его. Вон он там за этим. Угу.
учись. Студент. Так, а теперь зелененький. Видишь? И видишь, я эту полосу-то с ней устроил. У меня длинная полоса, угу. Короткая и акцент. То есть даже не полоса. А тут совсем чуть-чуть. Да. Я бы еще вот тут еще чуть-чуть. Ну, хорошо, поднимешь. Икс. Мордоплюйчичек. Я тенюшки по второму разу положу. Хорошо, хорошо. Потому что они сейчас не войдут как надо. Носом сделаю, вот такой там, смотри, видишь, у меня вот эта вот штучка.
от умиления. Я говорю, Лена растает от умиления. Давай, я люблю детей. Так. Давай, развивай. Ушечко набери уже, чтобы потом нам с ним не так мучиться. Алёсенькая. Котик пока выглядит как облезлый. Подожди, котика еще это доделай. Сюда теперь разбавитель нужно. Угу. Сейчас тряпочек тебе. Хорошо. Девчонки где? Ну, Санечка где-то тут бегает. Манечка, как всегда. Баиньки. Баиньки. Она, правда, начала поздно. Полегла. От того, что мы пройдемся вот этим как бы теневым цветом по всей, у нас белая одежда внятно отделится от небелой, от всего небелого. То есть у нее появится выделенная собственная тональность. И уже внутри этой тональности мы будем разбирать чуть темнее, чуть светлее. Ну, понятно, что свет будет значительно светлее, а внутри темного то да сё. То есть теперь я, смотри, добавляю зелененький, этот бирюзовенький. Угу. И он у нас здесь мигает. Мигает нежненько. То есть это уже не совсем фиолетовый, но фиолетовит. Ну и цветик достаточно благородненький. Где-то чуть больше розовизны в нем, где-то чуть больше бирюзы. Теперь немножечко охрочки. Третьим компонентом она очень хорошо зайдет в эту компанию. Ну, скажем, рефлексик от светика, в том числе с красниночкой, то есть розовенького. Вот они, эти рефлексики. И, наконец, чистый белый. Который ложится уже все-таки не на белый, поэтому рассматриваем его уже. Можно чуть-чуть охры к этому делу, чтобы он все-таки чуть-чуть золотился. Ну и внимательно расследуем складочки. Собственно, работа на идею разбора от драпировки, да. Даже если мерещится в этом внятно освещенном цвете какие-то еще оттенки, пусть лучше золотится, потому что таким образом мы выскажем природу света. Угу. Но ты видела, что сначала мы загнали некий
Сиреневый. Не просто сиреневый, а тональность. Некую тональность, внятно отделяющую от окружающего мира. Но остальное тоже загоняет тональность. Да, сюда. Да. Сейчас. Я туда еще не лазил. А я хочу уже немножко вот эти особенно вещи. Вот как? Зря сразу ручечка выскочила. Да. Ты знаешь, что самое прикольное? У нее ножка здесь. Ой, точно сделаем. Надо будет сделать, потому что они там конечно, такие конечно, пальчики конечно. Шикарные. Туда что-то рыженького добавить, чтобы оно поярче прям был, вот этот белый. Или не надо? Нет, достаточно. Просто охры? Достаточно, чуть-чуть охры. Угу. Более общо, чем угу. Да. Некий эффект просвечивающегося тела. То есть даже если там этого почти нет, но мы знаем, что там проходит тельце, то лучше эффект прозрачности ткани дать, чем не дать. Угу. Понимаешь? Угу. Там, где свет упал, там, конечно, никакой прозрачности, а там, где свет не падает, эффект прозрачного. Чуть больше обобщить, да, так? Увлеклась выписыванием. Выписыванием тени. То есть более обобщенное чуть лучше будет. Так.
фактуры, которая у нас здесь, чтобы рука не выглядела странно. Подчикаем. Руку более круглее сделать, да? Ну да, она, конечно, не должна быть плоской. Складку сделать рубленной. Сюда сильный рефлекс пошел. Немножко синеньким этот же замес, красный охра и синий. Перелила. Я видишь? Сейчас уберу это, я это вижу. Ну, это надо учитывать, меня угу. Так много. Не-не-не, это понятно. Потоньше лапочка. Здесь легкое высветление, потому что тут вообще как бы облако света, поэтому чуть-чуть это облако, не имея прямого попадания света, все-таки создает. Да. И немножко все эти складочки имеют в себе рефлекс от тела. В основном за счет кадмия. Кадмий плюс охра, плюс синичка.
для вот этих теневых. Давай в таком духе. Угу. У тебя весь кусок будет вполне звучать как свет тень. Ну, я пока вот это вот дооформила. Угу. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть белых этих пораздавала. А тоже вот, кстати, не очень видна линия перегиба. Смотри, оно все какое-то вот аморфное, трубчатое. А там не трубчатое, а решительное и угловатое. Понимаешь? Решительное, угловатое, а не трубчатое. Это очень по-женски, рисовать складки трубчато. Понятно, что угу. Я имею в виду, да? Да. Так вот, этого быть не должно. Более угловато. И здесь тоже мощную разницу в контрасте. Смотри, здесь оно достаточно компактно, пусть такая пяточка торчит, так будет вкуснее. Да, вот эта вот пяточка. И, наконец, даже самый черный может прийти сюда. Thank you.
Из-под тени воды. Угу. Сначала общее звучание тональности, а потом еще и вот эти вот тонкости. Тоже чуть-чуть общее звучание. Коричневый с красным. Вот такое мигательное. Прикольно, да? То слово. Похоже, затея и здесь, на переднем плане. И тоже желательно в долгий ящик не откладывать. Давай, в таком духе. Mm-hmm. Сильно зачесанный. Зачесанный стал. Mm-hmm. Где твоя растопырка? Сейчас дам. Я без растопырки. А, без растопырки. Да. Я ему чуть-чуть это... Тенюшечек положила. Сильно зачесанный, слишком уж по такой траектории. Thank you.
От самого зелененького испугалась. Ну, в том числе зелененького. Поскольку там у нас другая ножка вышла на передний план, то свет даем на эту ножку. А я наоборот ей темноту вот здесь дала. Смотри, мы сделали эту ножку вперед, да. Там наоборот. Да. Но можно, конечно, вернуть как там. Не-не-не-не-не. Я про то, что вот я... эта часть у нее должна быть темной. Да. Но я к тому, чтобы вот эта вот точечка там... Нет, точечка должна быть. Вот, поэтому переменил. Без точечки никак. Доминош именно поэтому и названа доминохой, потому что у нее сзади одна точка и три впереди. Кругленькость пузика, которая напилась молока. Легкая угловатость этого места за счет скелета, который... Ну вот. Угу, ну понятно. Сейчас, я понял. Это я там этих уже наделала. Как? То есть можно кисть периодически управлять. Thank you.
тоже из сегментов делаем. Смотри, плечевой сегмент, угу. Шейный, ушной. Чтобы ни в коем случае не выстроилась в одну линию. И само ушечко. Ты видишь, нет этого нарочито направленного, хотя, в принципе, вот направление шерсти различимо. То есть мало еще положили, да? А чтобы плоскость прямо вышла сюда, даже если там было бы... Не, то есть прямо нужно вот эту светлую площадку перед фигуркой сделать, для того, чтобы плоскость вышла к нам.
выстраивая вот эти линии, мы должны немножечко загонять этими туда, линиями. Под них. Да. Их просто должно быть, этих линий в этом направлении, больше, чем. Не значит, что все они должны туда выстроиться, но как бы их. Давай. То есть я сначала чем занимаюсь? Я хочу дать единство, тональное единство этому месту. Хотя там есть темнее, светлее и существенная между ними разница, но дать тональное единство все-таки важно. И чтобы в лице не было чернот, чтобы она была, опять же, как ягодка на свет. Да. Сыночка, иди мордоплевичек протри. Вот там где-нибудь перепачкаешься. Я бы вначале розовый положила, а потом бы понимала. Правильно, так я тоже практически так. Я имею в виду, здесь вот вначале бы розовый положила, а потом уже более светлый. Чтобы не мешало. Угу. Боковина закрашивать? Ну, как по желанию, не обязательно, нет. Если нет, просто. Я просто думаю, а вы же отдаете их, да? Ну, конечно. Я к тому, что просто ввести, если боковину ввести, будет сложно. Ну да, сложнее. Лучше не буду. Если чего, потом. Ну да. На щечку холодинку, да? Сейчас. Это уже с желтинкой. Угу. Чтобы более яркий такой был, да? Угу. С кисточками оставляем чем-нибудь, да? Угу. Сейчас я это не наводи порядок, не надо. Нет. Это неудобно, когда
Так оптом все удобнее. Нет, я просто сложила все в одно место, чем пользовалась. А что Каринка-то свалила? Они там ссорились с мужем. И их родители отправили. Двоих? На отдых. Без детей? Да. Когда возвращается-то? Сегодня вроде бы. Причем скоропостижно их туда отправили, что никто не успел к этому подготовиться. Его переносить куда-то или на месте оно все-таки? Сейчас вроде на месте. Потому что я его тогда искала. Что, слишком темным сделано, да? Да.
Может, чистенько? Сейчас. Все уже чистенько. Угу. Так, как-то так. Совсем тоненькие волосики. Можно, конечно, попробовать сейчас вот этой вот кисточкой, кисточка удлиненной. Сейчас я тебе дам. Она отпечатается просто на том, да? Нет. Все будет. Зачем? Холст вообще у тебя чистый останется. Они вот на таком расстоянии друг от друга монтируются. То есть вот этот холст и к нему чистый, лицом написанное, да. И скрепляются между собой картоном, вот на таком расстоянии. И получается, у тебя они постоянно вот на таком расстоянии друг от друга. Мне нравится, даже согласна была, чтобы подтиснулась.
Не, ну я согласна, что потом замажем. Да не, все нормально будет. Идеально будет. Вот какой-нибудь, если такой фон дать-то. Любой можно замазать, наверное. Ну, именно темный. Ты же сначала к темным же, да, все закрыла. Нет, я сразу вот таким делаю. Нет, ну вот этим. Этот фон. Ух ты. Джаз. Кристинчик, начни это делать комбинацию с холстиком. Чего-чего? На выезд. Давай, ну, давай. Монтировать два холста друг к другу. Ага. Помнишь, как это делалось, да? Я сейчас можно монтировать. Так. Донда я ставил в Москву. Донда я ставил в Москву. Коттеджный поселок Дубровка, как нас, как сказать. Ну, мне можно сказать, ты кинью съеда? Пуэбло. Скорее, это так, Пуэбло, Дубровка. Пуэбло. Как правило, они такие маленькие, как Пуэбло называют. Ну, вот мы живем, например, in Испании, Vivimos en Pueblo Mascarat называется. Cerca de Puerto Campanas. И он такой, там вот буквально как вот микрорайончик, как раз вот у них это как все-таки скорее как Пуэбло идет. И потому что это городского типа. Но Пуэбло вообще в переводе это деревня. Ну нет. Или там и Кампо может деревня быть, Пуэбло. Ну, как поселок. Ну, поселок может как городского типа быть, ну, как и такого вот. Ну, мы как-то правило называем Пекенджи сюда, маленький город. Ну, это не совсем маленький город, все-таки это поселок. Он же такой отдельный. Но теперь это Новая Москва, между прочим. Ужас, у нас дом был самый, ну, таунхаус стоял самый крайний к лесу. Мы специально покупали, чтобы никого, соловьи пели, ну, отлично. А вот как начали это... Все это вот, дело строить. Ну, вот это вот, которая дорога. Шестиполосная, вот, и метро еще. Вот эта, которая легкая наверху. И она как раз перед нами, нашим домом. Набирать либо скорость, либо тормозить, притормаживать перед станцией. Кошмар, ужас. Ужас, нету слова. Я же вообще не могу. Я там в Испании под шум прибоя засыпаю. У меня прямо квартира прям рядом. Смотрим? Калиточку. Серка де мар. Серка де мар. И прям я засыпаю, и закаты такие у меня, и прям вообще уже. И здесь тишина. Там здесь приезжаешь. А я родилась и выросла на аэропорте метро, ну, на Ленинградке самой. Там в связах тоже очень не тихо было, надо сказать. А я в Строгино живу. Родилась в Посаде. Да, в Сергиево? Сейчас в Строгино хорошо, но там всегда была водичка рядом. Она и сейчас там не, есть? Не, ну я и говорю, что там. И тогда там, в общем, такой новый район. Ну, как он, да, но относительно. Текс. Ну-ка, сейчас чуть-чуть.
Так. Что-то такое примерно, да? Да. Между светлым и темным. Угу. Уже маслом смазано, да? Масло вот. Мне кажется, я его слишком это сплющила. Его нужно бы подвытянуть. Наверное. Сегодня уже последний, да, сеанс? Так, наверное, лучше поднять его чуть-чуть. Охра, белила и черный. Ну, я так его и делала. Ну да, да. Это я на камеру. Видишь, все время делаю, как бы восстанавливаю призрачность, да? Угу. То есть смахиваю рукой. В каком-то месте можно усилить свет. Для чего? Для того, чтобы чертеж не кричал. Чтобы здесь свет от нее, свет от нее, отраженный свет. И все вместе работают. И мы уже сразу не рассматриваем вот это, а рассматриваем как бы более освещенную часть. Угу. А иначе, если она будет вся бледная, нам придется все вырисовывать самым педантичным.
Может, драпировку здесь положить? Какую-то тряпку. Знаешь, у меня идея была не драпировку сюда засунуть, а веник. Это же сеновал. Угу. А зачем веник? Либо пучок, не, пучок трав. Ну, вот такой, либо веник для бани, вот такие сухие, которые. Угу. Мне кажется, мешковину какую-то надо лучше. Сено и мешковина как-то будет лучше, наверное. Не, ну, в конце концов, можно и то, что там лежит. Там, типа вот этого. Причем заслонить часть колеса. Мешок? Ну, да. Тоже немножко отвлечет от прорисовки. Ну и сам факт заслоненности уже дает поэтапность. Чуть-чуть, может быть, попробовать. Я чуть-чуть мешаю тут. Структурку. Дерево. Дерево. Да, что-то такое уже появляется. Ну, вот такой подход к заднику. Так, что мне сейчас сделать? Уже геометрию дорабатывать, но уже акцент световой вот здесь. Угу. Может быть, даже чуть-чуть дерево в этом месте доработать, и дерево, даже чуть-чуть его структурка, может быть, даже здесь появилась бы. Глазки ей надо доделать? Ну, да, еще немножко полезать. Угу. Хорошо. Может быть, чуть-чуть надо где-то. Сейчас нет. Идею ободка. Чуть более четко, да? Чуть-чуть, вот. Ага. Как бы жесткость геометрии. Ну придать. Вот там здесь, да? Ну там все-таки рыхловато, вот чуть-чуть жестче. Да. Чуть-чуть даже. Вот этот элемент у нас все-таки имеет площадку. Поэтому она пусть темная, но чуть-чуть светлится. И в центре ее какая-то пупочка. Иначе у нас там не... нерешенный кусок. А так вроде как уже решенный. Вот эти не переборщила с тенями? Да вроде нет.
Я их вроде дала на эту сторону, а дальше смазала. Хорошо. Так, значит, что тебе нужно сейчас сделать? Войти в палитру мордочки и тела и прямо вот сесть и любовно закончить это дело. Ну, я думаю, что ты сама войдешь в палитру. Глазки хочу. Ну, сначала войдем в палитру, все. Где можно вот этот тонкий слой? Да, хорошо. Что-то другое? А можешь нам заднюю ногу поднять? В смысле? У три ноги. Ну, чтобы она не заваливалась. Сейчас. А чтобы было. Прямо встала. Кстати, мы буквально... Угу. Хватит? Да-да. Вот так. Так, сейчас. Да.
Хорошо, что она посветлела, да, а то она была темновато. Хотите? Коричневый. Ага. Это за сколько сеансов? Это третий. Третий, да. Thank you.
Так как у Игоря получается, девочки, не получается ни у кого. Причем в прямом смысле слова. Во всех смыслах. Ну, как-то так. Игорь, пальцы как доделала? Чуть вот не хватает умягченности. Слишком много... Граней. Граней, да. Чуть-чуть вот... И многие контрасты. Сюда тоже вот близкое вот к этому. Сейчас она вот... Есть на ней вот этот свет, который клубится вокруг нее.